Возрождение духовности должно быть главной миссией современного казачества. В этом уверены представители православной церкви. В эти дни в Запорожье проходит первая международная конференция, в ходе которой обсуждаются вопросы взаимодействия церкви и казачества. В истории современности казаки известны как духовные просветители и глубоко верующие люди. Сейчас, по словам представителей православной церкви, вопрос духовного богатства и культуры стоит очень остро. Ведь порой за словом «казачество» просто скрываются спекуляции понятиями. Когда говорят о вольности казачьей, говорится о вольности добровольного служения Богу, о добровольного служения своей родине, которая являлась первым долгом православной родины. В Запорожье съехались представители православной церкви из 6 стран, среди которых Финляндия, Швейцария, Чехия, Словакия, Германия. Служители церкви планируют обозначить дальнейшие пути сотрудничества казацких объединений и православия.